Друзья, всем добрый день, всем здравствуйте. С наступившим 22-м годом хочется пожелать всем добра, ну и всего причитающегося. Здоровья прежде всего. Вот, ну а сегодня маленькая-маленькая зарисовочка на тему того, а почему еще может заглохнуть неожиданно мотоцикл, карбюраторный мотоцикл, ну в частности Баджаж Боксер. А вот это иногда случается, когда падает температура окружающей среды, то есть вы ехали-ехали в тепле, потом в низиночку куда-нибудь, и там температурка пониже, долговременно, и через какой-то момент двигатель на ходу может заглохнуть. Иногда это происходит, ну, скажем так, кратковременно, и инерции мотоцикла хватает, чтобы преодолеть этот участок, дальше он может опять заработать и как ни в чем не бывало ехать дальше. Вот, но эффект, на мой взгляд, вызван тем, что бензин имеет очень интересное свойство. Легкие фракции быстро испаряются, вот, но этот процесс очень сильно зависит от температуры. И если вдруг воздух, охлаждаемый, обтекаемый бак, понижает свою температуру как-то скачком резко, солнышко, допустим, на какой-то резкий, ну, когда солнышко испаряемость выше, через клапан здесь воздух и пары вытесняются. Вот. А если резко температура падает, то возникает разрежение, и в этот момент бензин уже перестает поступать, капать так, что наступает бензиновое голодание в карбюраторе. Вот. Но это пока какое-то время, пока обратно клапан не впустит разреженный, не выровняет давление между атмосферным и внутри бензобака. Ну вот, к примеру, вот такая канистрочка, которая стоит у меня при температуре плюс 7 градусов. Если вы заметите, то вот здесь вот есть глубокая впадинка. Это вот иллюстрирует как раз тот самый процесс, когда крышечка плотно, правда, закрыта, но разрежение внутри такое, что сжимается боковинка канистры. И, соответственно, внутреннее давление меньше атмосферного. Атмосферное сдавливает канистру. Здесь какое-то количество бензина присутствует. Ну, вот такое маленькое объяснение, из-за чего может кратковременно перестать работать двигатель. Вот не пугайтесь, это нормально, это лечить даже не нужно, просто об этом, может быть, нужно знать, о причинах. Вот, спасибо за внимание, всего доброго, всем хорошего настроения. Всего наилучшего.